Ну, блин, мы долго будем бежать-то, я не пойму. Поплыли, братки. Давайте совершим парочку набегов. Хоба! Вот эта вот белая полоска мерцающая, она меня бесит. Опа, женщина. Напомни, чем ты тут занимаешься? Что ты делаешь тут, а? Не понял. Заключите союз в Англии. Хуй Англии. Кто такой стоит? Это враг, враг. Разворот пожилой можно совершить? Тут надо без паруса. Здесь можно поднять больше паруса! Ура, поплыли, ёпта. Я пока туда пойду. Что, блядь? Вперед, блядь, волки! На, охуеть, мастер набегов. Это набег был. Я успела отпарировать, если шо. Быстро, четко проведу бой. Нам было подтвердить, что с помощью трусов, которые натягиваются к перерыву, можно сдержаться самокрепкий корабли. Да, в пизду, у меня все работает, все под пожилым контролем все. Я в шоце. Ура! И чё? А всё. Ура! Это был какой-то славный, какой-то странный маленький набег. Парус! Лови ветер! Подняли парус, порвали парус. Убавить парус! Проблемы у нас. Всем слушать меня! Слушай, ну получилось. Ладно, четко, быстро, викинги. Сейчас начнем набег. Новый набег, новая жизнь. Тихо, аккуратно. Линкольншир. Тихо. Гуси, утки. Гуси, гуси, га-га-га. Разъебем мы сейчас врага. Гуси, гуси, га-га-га. Ебанутый, что ли? Куда ты на меня агришься? Врагов пока не видно. Они там, наверное, зашкерились. Сейчас все будет. Ой, толстенькие бегут, пупсики. Мне надо хавчик, хавчик, хавчик. Ладно, хотела козу убить, что-то как-то жалко ее стало. Добрая. Вместе мы справимся. Так, ладно, нормально. Мое войско там охуевает, мне кажется. А такие, а где командир? А командир уже ебу дал. Да хватит, но. Тихо. Я хавчик ищу. Хавчик, алло, пожрать, покушать. Блять, они все сожрали, пока я бежала. Ну, бля. Ну и ладно, похуй. Ебать. Офигеть, он меня грохнул. Алярм, алярм. Пожилой алярм. Ну ладно. Живите, так и быть. Убила. Ой, блядь, еще один идет. Сука, сука. Блядь, жирный. Это опасно, опасно. Нет, я не готова к таким вещам. Больно. Ух.